Всем привет, меня зовут Борис Воскресенский, я руковожу подразделением Data Science Северсталь Digital, и сегодня как раз хочу вам рассказать про одну из наших моделей, которая на текущий момент управляет обжиговой машиной в Карелии, в Костомукше. Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части я, в принципе, расскажу, чем в Северстале мы занимаемся, какие у нас проекты есть. Расскажу про наш технологический стек, и во второй части как раз расскажу про модель управления обжиговыми машинами. Начнем с основных направлений проектов. Деление абсолютно условное, можно разделить их на следующие блоки. Первый блок — это предиктивные ремонты. Здесь мы занимаемся как стандартным предсказанием поломок на основании данных различных датчиков, то есть предсказываем, когда конкретно сломается какое оборудование, так и занимаемся рекомендациями по обслуживанию. Кроме этого, в данном блоке можно определять поломки визуально, то есть у нас есть модель компьютерного зрения, которая определяет, что с каким-то оборудованием что-то не то. Второй блок — это управление качеством стали. Соответственно, здесь мы предсказываем дефекты на ранних переделах, еще когда у нас продукция такая, полуфабрикат. И на этом этапе уже можно отсортировать эту продукцию, например, в менее качественную, чтобы не тратить ресурсы следующих переделов. Второе — это детектирование дефектов поверхности с помощью компьютерного зрения. И также мы умеем выявлять причины дефектов также на основании данных с оборудования. Третий блок — это советчики по технологиям. Как раз в рамках данного блока и будет рассказано про сегодняшнюю модельку. Это производство окатышей. Окатыш — это железорудное сырье, которое используется для производства чугуна. Это вот, такой кружочек металла, высоким содержанием железа, известняка, бентонита, что пихается дальше в доменную печь, чтобы произвести чугун. Дальше у нас есть модель на производстве чугуна, где мы предсказываем один из основных показателей качества чугуна и даем рекомендации по подаче кокса в доменную печь. Третье — это мониторинг качества лома. Здесь мы смотрим на то, что получается в конвертере, и понимаем, какой лом нам туда зашел. Четвертый блок — это производительность HR. Здесь мы изучаем травматизм на производстве, делаем прогнозы по текучести кадров, а также занимаемся ликвидацией узких мест. То есть мы смотрим, как производится продукция, например, на прокатном стане, определяем, какой участок на прокатном стане ответственен за то, что у нас продукции производится меньше, чем можно. И даем рекомендации, как с этим бороться. Так, наш технологический стек, он достаточно стандартный. Как шину данных мы используем Kafka. Данные мы храним в то, что мы называем Data Lake. Это просто Hadoop-ный кластер. Как средство аналитики мы, как дата-сайентисты, работаем в Питоне, большие данные обрабатываем в Apache Spark, ну и таблички у нас навернуты на данные с помощью Hive. Данные наши модельки крутятся в докер-контейнерах, управляются Kubernetes. То есть такой стандартный стек, который, наверное, сейчас везде увидите в современных компаниях. Итак, следующий пустой слайд. Здесь сейчас будет видео. Я вам покажу, как происходит процесс производства окатыши, чтобы немного вас погрузить в тему, чтобы вам было понятно, о чем вообще рассказываю. Первый этап — это дробление, когда к нам приезжает горная порода из карьера на нашу фабрику. Вот, соответственно, горная порода высыпается. Дальше там, на самом деле, на разных уровнях находятся, вот, например, дробилки. Здесь оператор может вручную изменить какие-нибудь настройки этих дробилок, и уже измельченная порода отправляется на следующий этап измельчения и обогащения. Измельчение и обогащение. Здесь нам нужно получить концентрат с высоким содержанием железа. Соответственно, нам поступила наша порода более мелкой фракции. Мы загружаем эту породу в большие такие мельницы, вот они.
Дальше то, что после мельницы проходят различную этерическую магию с помощью воды, магнитов и прочего-прочего. И как результат мы получаем порошок с достаточно высоким содержанием железа. Так, у нас получился порошок, теперь мы должны начать его превращать в окатыши. Первый этап — это комкование. Нам нужно порошок превращать в такие маленькие кругляшки. Соответственно, мы смешиваем этот порошок с известняком и бентонитом и загружаем вот в такие гигантские устройства. Вот он сыпется, и на выходе сейчас вы увидите, что получится. Вот, соответственно, наши окатыши. Неправильные все сыпятся мимо, правильные правильной формы сыпятся на ленту и отправляются на передел обжига. И вот там, где крутится наша модель, передел обжига. Сырые окатыши попадают на ленту обжиговой машины. Вот эта обжиговая машина извне. Это уже готовые окатыши. Обратите, как много и как они весело сыпятся. Соответственно, вот окатыши сырые проходят через вот такой ад, чтобы получилась готовая продукция. Вот готовая продукция едет на склад. Итак, теперь посмотрим, а где мы во всем этом. Соответственно, мы делаем некого советника на обжиговых машинах, целью которого является увеличение качества окатышей. Под качеством окатышей здесь мы понимаем прочность. Справа вы видите фотографию нашего основного пользователя нашей модели и его рабочее место. Нам нужно встроить интерфейс вот в его экранчике, чтобы ему было удобно пользоваться, и это приносило пользу компании. Какие данные у нас есть? У нас есть данные из лаборатории по концентрату, сырым окатышам, готовой продукции. Есть данные из датчиков окомкования, например, сколько мы известняка бентонита добавляли, сколько отсеивалось окатышей на каждом этапе внутри окомкования. А также есть данные с датчиков обжиговой машины. Самый большой пласт наших данных — это в основном данные по температурам, данные по разрежению, то есть все то, что характеризует работу обжиговой машины. Как наше решение — это мы финальное. Как мы рекомендуем подходящие режимы для конкретного типа сырья. То есть мы мониторим, какой сейчас режим, понимаем, что у нас режим не тот, даем рекомендацию, у оператора высвечивается кнопочка «Советник» на его экране, он щелкает, ознакомливается с этой рекомендацией, и если согласен, нажимает «Принять». После этого эта рекомендация автоматически транслируется в машину, и режим перестраивается. Мы пропилотировались этой весной на одном из типов окатыши и показали снижение таких окатышей с низкой прочностью на десятки процентов. Соответственно, довольно хороший результат для производства. Это такая заслуга как нас, так и сотрудников, которые нам активно помогали в реализации. Это операторы, технологи, сотрудники, обеспечивающие работу АСУТП на местах. А теперь перейдем к веселью. Что же мы хотим предсказывать? Легко сказать, что мы хотим предсказывать прочность окатышей, но посмотрим, что же это. Я сделал здесь цитату из ГОСТа. Соответственно, вот мы берем маленькую пробу из той лавины окатышей, которую вы видели на видео. Из этой маленькой пробы мы берем 30 небольших окатышей одного и того же размера и давим их на специальной машине. Дальше мы смотрим, как они раздавились. И, соответственно, берем среднее усилие, с которым они раздавились. Мы это делаем примерно раз в пару часов. Соответственно, вы можете представить, насколько эти данные шумные, нестабильные и такие типичные промышленные данные. Но, в принципе, с этим можно работать. Итак, наша первая моделька, которую мы называем классификатор на основании входящего полупродукта. Это как раз первая модель, которая была успешно пилотирована. Как она работает?
Сначала мы попробовали, как любые любители Кегла, загнать все в XGBoost, но тут это зашло не очень хорошо. Поэтому мы перешли к старой доброй линейной регрессии, где мы делаем прогноз качества на основании таких стабильных связей из предыдущих переделов по факту. И умеем прогнозировать, у нас будут окатыши хорошие или плохие. Если они будут хорошие, то говорим все хорошо. Если плохие, рекомендуем изменение одного из ключевых управляющих параметров. Мы пропилотировались, увидели, что разделение качества получилось достаточно хорошим, но действие операторов вместе с этой моделью не показалось нам достаточно таким серьезным, чтобы существенно улучшить качество. Поэтому мы вместе с технологами и операторами решили сделать более такую сложную модель. А давайте посмотрим, можно ли все-таки давать более четкие рекомендации, как именно управлять обжиговой машиной. Помним, что Y у нас очень мало, поэтому нам нужно сжать пространство. Можно сжимать пространство PCM, можно, вот, например, сжимать пространство автоэнкодера. У нас как раз зашел автоэнкодер. Здесь мы берем данные с обжиговой машины на первый слой, в последний слой запихиваем их же. И в среднем слое мы получаем некое представление о режиме обжиговой машины. То есть как в данный момент времени у нас обжиговая машина работала. Дальше мы по этому среднему слою делаем кластеризацию. Тут у нас зашел Cummins. И вот кластер из этой кластеризации мы называем режимом. Так, соответственно, в принципе, выглядит все достаточно просто. Можно использовать обычный Keras, но здесь требуется достаточно много важной и существенной работы. Первое — это нужно правильно предобработать данные. Будут пропуски, аномалии. Типичным примером веселости в промышленных данных является рекалибровка датчиков. То есть у вас, например, температура будет планомерно изо дня в день потихонечку падать, а потом резко вырастет, а потом опять начнет потихонечку падать. То есть если вы будете на этом обучать автоэнкодер, вы будете больно страдать. Это нужно исправить. Второе — это правильная агрегация по времени. Стандартный подход — берем каждую, например, минуту, берем средний по каждому показателю, запихиваем этот вектор в первый слой и радуемся. Здесь зашел немного другой подход. Мы смотрим не по времени астрономическому, а по времени условно-окатышевому. То есть смотрим, когда окатыш проходил по обжиговой машине, и привязываем данные с этих датчиков на как раз время прохождения этих окатышей по обжиговой машине. Как метрику мы используем RMSE, но нельзя радоваться, что если у вас получится просто низкий RMSE. Нужно всегда смотреть финальную цель, которую вы хотите добиться, а именно качественное разделение режимов. И для качественного разделения режимов мы используем обычную метрику силуэта, которая учитывает не только то, как у нас кластеры друг от друга отделены, но и с расстоянием внутри кластера. И важно во всех наших производственных задачах — это валидация с разбиением по времени. Нам важно, чтобы наша модель, которую мы запустим, поработала в будущее тоже. Если вы на частичное веселье, ну, частое веселье, вы делаете там какое-нибудь сэмплирование, радуетесь, на кросс-валидации все хорошо, отложенный тест-сет все хорошо, можете запуститься и увидеть боль, потому что вам нужно, чтобы в вашем тестовом сете лежал датасет какой-нибудь из будущего, соответствующий тому пилоту, который вы будете проводить. Итак, какое финальное решение у нас получилось? Мы оставили старую регрессию на вход. Она у нас, как мы узнали с первого пилота, хорошо умеет разделять качество окатышей. Соответственно, мы смотрим, какое качество окатышей ожидается, и под это качество у нас есть подобранный хороший режим. Прогоняем данные датчиков через наш автоэнкодер, определяем режим, смотрим, хороший он или нет. Если хороший, мы рекомендуем продолжать работу без рекомендаций. Если плохой,
то рекомендуем изменить режим, ища ближайшую точку к текущему, чтобы оператору не нужно было слишком сильно перестраивать работу машины. Соответственно, как оно работает в проде? До нас была правая часть этой схемки, то есть это производство, это сами машины, оператор, человек, который управляет, соответственно, есть компьютер, который управляет производством. У оператора для воздействия на этот компьютер есть юзер-интерфейс, и есть вот L1-контроллер, это как раз компьютер, управляющий производством и имеющий возможность отправить нам эти данные. Соответственно, мы все эти данные забираем в Kafka, оно там агрегируется, отправляется в модель. Модель у нас умеет делать предикты, предикт отправляется обратно в Kafka и кэш бэкэнда. Из кэша бэкэнда оно подбирает, смотрит, что же там оно нарекомендовало, и если рекомендации требуют действия оператора, то у оператора загорается лампочка-советник в его UI. Он открывает, нажимает на этот советник, видит наши рекомендации, нажимает «принять» или «отклонить». Например, он нажал «принять». Как только он нажал «принять», эта информация отправляется в бэкэнд. Бэкэнд транслирует наши рекомендации в Kafka. Контроллер пожирает эти данные из Kafka и напрямую транслирует на производство то, что нужно изменить. Соответственно, после нажатия «принять» оператору не надо перебивать данные в своем интерфейсе. Эти рекомендации напрямую транслируются в жиговую машину. И достаточно важный нюанс. Все, что у нас идет через Kafka, у нас падает в HDFS. То есть мы всегда можем понять, что вообще у нас происходило, что нужно изменить, как реагирует оператор, как действует наша модель. То есть всегда можем все хорошо исследовать. Всем спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Также у нас в зале есть Анна Богомолова, которая один из наших авторов этой модели. Если вам интересует именно обжиговая машина, можете ее тоже помучить. Здравствуйте. Такой вопрос. А на производстве вы добавляли какие технические... Какие технические изменения вносились на самом предприятии для того, чтобы вашу систему, собственно, запустить? Соответственно, вы видели нашу схемку. Тут никаких технических изменений не пришлось производить, потому что L1-контроллер умеет по протоколу OPC спокойно общаться с той же Kafka. То есть у нас стоит продюсер, и мы всю информацию забираем. Аналогично, протокол OPC может общаться наоборот. То есть мы теги туда посылаем. Скажите, пожалуйста, вот плохой, хороший продукт, да, в данном случае Акатыш, каковы оценочные параметры и какова их сложность? И какова размерность шага, скажем так, разницы между очень хорошим, хорошим, плохим? Мы опирались на, по факту, требования к нашим Акатышам со стороны наших клиентов. То есть есть определенный порог по прочности, который считается нормальным. Все, что выше, это хорошо, все, что ниже, это плохо. Это отличается для разных типов Акатышей, но принцип сохраняется тот же. Спасибо за доклад. Подскажите, как подбирается оптимальное управление для того или иного вида Акатышей? Соответственно, это... Оптимальное управление для того иного вида Акатышей. У нас просто есть обученный автоэнкодер для каждого типа Акатышей, который вычленил режимы, которыми обжигали эти Акатыши. И мы смотрим, когда эти режимы хороши. А как обучали вот эту модель, которая принимает это решение? У нас есть кластеризация с режимами. И, соответственно, мы просто посмотрели, что эти режимы из месяца в месяц дают существенно лучший результат, чем другие режимы. А какая целевая метрика была как раз вот для этого лучше? Ну, тут обычно лучше доля хороших Акатышей. Спасибо. Еще вопросы? А вот такой вопрос. Если посчитать пользу в том плане в деньгах,
по шкале условно. Зачем мы наняли этих дата-сайентистов? Вроде дата-сайентисты отработали в ноль, и здорово, мы наймем еще два отдела дата-сайентистов. То есть пользу принесли? Ну да, мы, мягко говоря, пользу принесли, потому что здесь производится очень много окатышей, и существенное изменение качества окатышей – это сразу много денег. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Я хотел бы спросить оценку экономического эффекта. Вот, может быть, я прослушал в рублях. Во сколько вы оценили? Я, к сожалению, не могу разглашать. Это единственное, это что я не могу разглашать. Тайна, да. Я вас понял. И еще вопрос. Ну, может быть, лучше уже потом в кулуарах обсудить. Вот про процесс измельчения. Это одна из стадий, да, вот обжиг окатышей. А вот есть еще у вас в цепочке, в технологической, процесс измельчения, помол руды. Вот про него вы могли бы рассказать? Может быть, не сейчас, а потом? Ну да, рассказ про процесс измельчения – это явно не как ответ на вопрос. Или вы некомпетентны? Вот ну, смотрите, там просто это мы берем горную породу, которая уже достаточно относительно небольшой фракции, и перемалываем в порошок в мельницах шаровых и штыжневых. Вот это процесс измельчения. Ну а как вы контролируете гранулометрический состав вот на выходе мельницы? Ну, как идет контроль? Там, соответственно, есть специальные приборы, которые измеряют это все. То есть у нас измельчение обвешано датчиками довольно хорошо. Хорошо, спасибо, Лана. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот по поводу внедрения. Вот, вы начали давать рекомендации по изменению процесса. Они же, наверное, у вас не сразу были идеальные. То есть вначале оператор мог согласиться, мог не согласиться с вашей рекомендацией вот, по изменению процесса. Как вы вот, рулили этот процесс? Сразу ли оператор машины всегда брал вот, то, что вы предлагаете им поменять в процессе? Или вы как-то с ним договаривались? И вот если сейчас посчитать именно количество рекомендаций, с которыми соглашается, ну, процент, например, количество, с которыми соглашается оператор и с которыми не соглашается, и за ком вообще финальное слово в этом случае? Ну, смотрите, на самом начальном этапе, естественно, были моменты, когда полностью игнорировалась модель, но мы сделали хорошие отчеты, которые видят постоянно технологи, которые могут зайти в операторскую и сказать: ребята, что же вы творите. По принятию, ну, наверное, где-то процентов 50 сейчас принимается рекомендаций. А какой вот дельта вот между тем, вот пошли плохие окатыши, грубо говоря, там где-то что-то померилось и выдалась ваша рекомендация? Вот не знаю, сколько вот плохих окатышев успело пройти, прежде чем вы успели успели привести замер, он успел рудиться в Кафку, вы успели обновить модель, а оператор это увидел и нажал кнопку, и там пошли новые окатыши. Какая дельта? В пределах 5 минут.